Сложнее шить. И больше ткань уходит, чем на женский. Вот женский всегда легче было, чем мужской. Тебе нравится твоя форма? У вас в классе все такую будут носить? А тебе такой цвет нравится, красный? Вы считаете это нормально, Элли? Да, вас устраивает? Нормально, да. Министерство должно всем распределять школы, и этих на данный момент сколько сейчас? 22 цеха распределили на весь Кыргызстан. Это примерно 22 цеха. И этим компаниям распределяют по нескольким школам. Этим школам мы должны обеспечить за этот год.